Я эту статью в Top Talent, Олег Кашин, «История одного журналиста», я бы ее переименовал в «История одного блядства». То, что ты пишешь, это тотальный пи***ц. Здесь такой эпический фейл. Да. Революция – это и те, кто убил нефтьюганского мэра Петухова и хотел убить правозащитницу Ольгу Костину. Революция – это те, кому принадлежала Россия 10 лет назад, а потом перестала принадлежать. А раз так, то как ни крути, приходится выбирать или революция, или Россия. Ты знаешь? Такого глашатая Путина. Иванов отдыхает напрочь. У меня однажды был такой момент, когда я сам вписал фамилию Путина в очередной свой текст, потом подумал, ну, потом условно Минаев скажет, типа, вот он Путин уже полезал. Ты не лизал жопу, ты ухитрялся сосать, не нагибаясь. Я просто, поскольку вхож к Рыкову с давних пор, все эти вещи, которые ты написал, они написаны по темникам, которые разрабатывались в администрации президента. Я писал такие колонки «На взгляд», «Раскаявшийся Савл», «Ставший Павлом», это всегда хорошо. Путинская пропаганда стремится показать зашкваренность своих оппонентов. Типа, а ты такой же, как мы. Это такая же часть моей биографии. Если бы ее не было, я был бы кем-нибудь бессмысленным демшизоидом, которых тоже хватает. А я все-таки не демшизоид, а я Олег Кашин.